Всем привет, кто смотрит это видео. Меня зовут Евгений. Сегодня у нас ряд посылок пришли, я уже распаковал. Здесь 4 лезвия. У нас станок. Девушка одна попросила заказать. Такие вот лезвия. Я одно уже вскрыл, посмотрел. Надеюсь, ничего страшного. Здесь видно. Сейчас попробую приблизить. Говорят, что они дорого у нас стоят. Я не по курсу. Здесь вот так вот все двигается. Но купил я их что-то за копейки. То есть упакованы они были нормально. Так, ладно. 4 штуки. Ссылку под видео я выложу. Кому будет интересно, проходите, покупайте. Пришли еще 2 чехла. Я уже на них делал обзор. Это на планшете класс P80 3G обновленная версия. Потому что я уже заказывал не один такой планшет. И люди, соответственно, уже просят, конечно, заказать, чтобы им чехол купил. Открывать я их не буду, так визуально посмотрю, что да, это обновленная версия, уже внизу динамик, не тут где-то, а внизу. И продавец очередной раз подарок положил, так сфокусирую, еще так все плохо, типа такой ручки, которую можно работать на планшете, что на одной, что на другой. Заказывал так 2 цвета, черный и синий. Вот такие вот чехлы. Кому интересно, обзор проходите, у меня там есть видео, там я уже скрывал, смотрел, сравнивал со старой версией. Кому понравилось это видео, было чем-то полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!